Евросоюз выделит больше бюджетных средств на производство микросхем. Более 8 миллиардов евро поддержки получат 56 компаний-производителей микроэлектроники в 14 странах ЕС. Еще около 14 миллиардов евро инвестиций Еврокомиссия намерена привлечь в эту отрасль из частного сектора. К 2030 году в ЕС хотят достичь амбициозной цели по производству пятой части полупроводников в мире. Аналитики констатируют, что в этом вопросе ЕС уже сталкивается с жесткой конкуренцией производителей микросхем и стран Юго-Восточной Азии. Микрочипы являются основой инновации и промышленной конкурентоспособности Европы в цифровом мире. Зеленый и цифровой переход требуют новых передовых технологических решений. И поэтому мы должны увеличить собственные исследования и разработки для производства чипов в Европе. Нам нужно разрабатывать инновационные решения и их первое промышленное внедрение в Европе.